Спасибо. Имя Баффи тебе подходит. Ты как тот футболист. Буффон. Сильный. С каких пор ты интересуешься футболом? Красивый. Ясно. Спасибо. Хватит. Да, вот так. Да, простите. Благодарю. Как мы вынесем металлический чип? Пока не знаю. А это короб. 800 миллионов кубических миль дискретно-синаптического резонанса. Но что отличает его от всех остальных на планете, это процессор, который мы ласково называем «волшебная метла». Почему так? Потому что она способна вынести данные с любого компьютера волшебным образом прямо к вам в руки. О, метла. Смешно. Взгляните. Все оцените. Ставки мы будем принимать в понедельник. Спасибо. О, господи, у меня на что-то здесь аллергия. Весьма маловероятно. Комната загерметизирована. Точно. У меня аллергия на герметик. Да, такое уберите бывает. Уберите его от компьютера, да. Пожалуйста. Нет, пока я, не полегчает. Я ведь ради этого. Понадобится дезинфекция. У нас есть антибактериальные салфетки. У вас должны быть стерильные руки, если хотите подойти ближе. Надеюсь, это понятно. Спасибо большое. Спасибо. Не за что. О, если вопросов больше очень нет... Мне порядок, спокойно. С ним Ведь такое нет. бывает. Пройдет. Аллергия. Да. Ничем не поможешь. Да, кстати, вы могли бы помочь, доктор. Вы должны понимать, у нас здесь создана особая среда. Господи, простите меня. Моя трактика еще не была. Ты как? Обыщите их. Вы издеваетесь? Обыскали. Только что обыскивали. Провести полную диагностику системы. В этом нет необходимости. Ладно. Осторожно. Эй, я умею ходить. Ой! Мода Келси. Простите. Эй! 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 Эй, там я сама. Мы только познакомились. И лапают, и лапают, и лапают. Эй, мои глаза выше, парень. Вот тебе за это. Парень, давай я тебе помогу, чтобы все прошло гладко. Может, обойдем под прибор?
Развернись. Сам-то чист? А что? Никому нельзя верить. Ну что? Чисто. Еще раз проверьте и выводите. Окей. О, мы опять идем туда? Класс. К нам едут следующие клиенты. Я не говорю по-китайски. Видишь? Я же говорила, у нас ничего нет. Вот спасибо. До встречи. Тут у вас так весело, что ноги рвутся в пляс. Спасибо за экскурсию. Вы классные. Ладно. А вы серьезно относитесь к безопасности? Хорошо. Так, а я ничего не забыла? По-моему, я что-то забыла. Я ничего не могла... Я там... Думаешь, нет? Ну, ладно. Окей. Хаяко. Кажется, мой кошелек еще у вас. Помните, я отдал вам его на входе? Хотелось бы вернуть. Передаю кошелек. Ремнем задел. Мы закончили? Спасибо. Это не игрушка, Баффи. Простите. Скорей, скорей! Высадите меня у рынка. Там я передам чип.